А сейчас воспитанники? Тамара Николаевна Москвиной. Да, но с Тамарой Николаевной вместе группировали. Артур Дмитриев, Арсена Казакова. Да. Выдающиеся олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, которые помогают ей в работе и работают уже. Самое главное – оставить после себя работающих. Катарина Гербольд и Александр Эндер. Жалко. Конечно, только пришла в парное катание, в общем, год назад, да? И, конечно, это ее дело прыгать в прыжки. Не ее дело их срывать. Она очень многому научилась. Катарина Гербольд, Александр Эндер. Очень красивая пара, но, к сожалению, еще не такая техничная, как мы говорим, обкрученная, как другие. Вот у них является проблема именно в короткой программе. Да, лучше шпагат. Обкрученная? Ну, обкрученная, как мы говорим. Мы говорим слышал. Обкрученная. Угу. Ну, обкрученная. Ты ее кидаешь на 3 оборота, да? Она же крутится. Вот. А он ее не ловит. Ну, потому что не такая у них разница в весе и в росте. Да, и не так технично делает. Надо в одно касание делать. Но он вроде очень здоровый такой. Да, он большой. Он может это делать. То Катюхе правая рука не раскрылась, и все. Она, видно, на четверной пошла. А в Тодосе там для короткой программы есть 3 черты сложности. Это заход, да, смена заход. Хвата, партнерши, это смена хвата, мы и дополнительные обороты. И дополнительные обороты. Вот мне кажется, ну это надо смотреть на мониторе. Потому что мне кажется, что они сделали четвертый уровень, самый сложный.
Третий 100%, потому что был сложный заход. Мне показалось, что после смены тоже было 2 оборота. Ну, может быть, почти 2. Судьи лучше знают это. Они это лучше видят. У нас с вами нет такого монитора. Вот мы можем сейчас только наблюдать, что вот сейчас сделана петля наружнее, да? Вот. Вот я не вижу. Вот я вот не вижу его левую ногу, я не могу сказать, где он находится. А у студии идет другая. У них снимают специалисты. Они целиком. Да. Потому что они берут те моменты, которые вот он поставил ногу, с этого момента считается тонус, да? И голова ее находится низко. То есть... Там есть специальный дата-оператор, который выставляет метки в правильных местах. Итоговая сумма Катарины Гербольд и Александра Энберта в короткой программе 56-67, и они проигрывают совсем чуть-чуть Любе Илюшечкиной и Надаре Майсурадзе, у которых ровно 57 баллов.